Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Mining Clicker Simulator. Для этого нам, как всегда, потребуется сам скрипт и чит. Скачать их можно очень просто на моем личном сайте. Также ссылочка на него будет, как всегда, в описании. Значит, первым делом нужно скачать, естественно, сам чит. Заходим в Exploits, если он у вас еще не скачан. И выбираем один из двух, либо Splash, либо Star. Splash используется с ключ-системой, ну так, относительно, короче, там придется вам получать ключ, грубо говоря, переходя на сайт какой-то, вот, ну, там, в принципе, недолго это делается, я думаю, поймете. Также видео у меня есть на канале, можете посмотреть. А Star все очень просто, там просто скачиваете этот чит сам, и он у вас запускается без какого-либо ключа. Значит, возвращаемся обратно. Также просьба к вам, кому не сложно, кому не лень, нажмите хотя бы на одну из этих реклам. Побудьте там на сайте секунд 5-10, вот даже зашли, побыли и вышли. Все, далее пишем в поиске Mining Clicker Simulator, нажимаем поиск. И буду использовать в этом видеоролике второй по счету скрипт, где 73 скачивания, нажимаем кнопочку скачать. Далее еще раз нажимаем скачать. И скрипт появляется. Как видите, все очень просто и легко. Дальше, что нам нужно сделать? Нажать на кнопочку Inject. И ждем, пока мы с вами заинжектимся. Так, уже тут антивирус ругается. Ну, ничего страшного. Также, кстати, советую антивирус отключать. Забыл совсем его отключить. Значит, смотрите, если у вас появилось вот такое же пустое окно, как у меня, что нужно сделать? Навестись мышкой на иконку Roblox в нижней панели вашего компьютера и через крестик ее закрыть. Далее нажимаем еще раз кнопочку Inject, и со второго раза всегда получается заинжектиться, если у вас это окошко сразу не пропадает. Все, отлично, инжект прошел. Далее вставляем этот скрипт, который мы с вами получили на сайте, и нажимаем кнопочку Exclude. Все, вот он появился. Функций, в принципе, достаточно много. Давайте, в принципе, все проверим по-быстренькому. Автоклики, ну, самая стандартная функция, как видите, работает. Немножко, может быть, подлагивает, но все, вот, сейчас уже отлагал. Отлично, дальше автореберсты. Что там нужно для реберста? 10 тысяч монет, окей. Пока, значит, у меня такой суммы нету. Ну, давайте, в принципе, накопим, пусть копится. Далее, автопокупка кирки. Смотрим, сколько следующая кирка стоит. Хватает ли нам на нее или нет. 12 тысяч. Угу, окей. Значит, давайте сделаем так. Надену сейчас вот этого жесткого пэта. Мне его кто-то бесплатно в трейде дал. Все, теперь мне на все хватает, как видите. Так, и теперь проверяем. Кирка, значит, стоит 12 тысяч. Окей. Включаем функцию автопокупки кирки. И ждем. Как видите, купилось. Отлично. И сразу покупаются другие, которые доступны. Так, все, в принципе, это можно выключить. Потратила, кстати, дофигища монет. Хотя нет, немного я потратил. Возможно, у меня там какая-то зона новая купилась или не знаю. Ну, короче, ладно. Значит, как видите, покупка автоматической кирки работает. Идем дальше. Собрать награды. Значит, награды у нас находятся вот здесь вот. Могу 100 миллионов получить коинов. Давайте включаем эту функцию и проверяем. Да, как видите, награды автоматически тоже собираются. Четко. Далее, давайте посмотрим автооткрытие яиц. Как это яйцо называется? Starter Egg. Как я понимаю, это все три яйца здесь называются так. Ну, давайте попробуем найти. Вот, в принципе, нашли. Ну, скорее всего, будет открываться, я думаю, первое. Ну, сейчас посмотрим. Нажимаем автооткрытие яйца и смотрим, прибавляются пэты или нет. Да, пэты прибавляются, как видите, анимации открытия нету. В принципе, довольно удобно. Все, выключаем. И давайте попробуем тройное открытие использовать, если оно вообще работает.
Возможно, будет нужен Game Pass. Без Game Pass не работает, скорее всего. Да, как видите, без Game Pass не работает, но само автооткрытие работает. Отлично. Идем дальше. Апгрейды. Здесь, получается, мы можем что-то улучшать. Скорее всего, этот магазин находится на следующей локации. Будет доступна она у меня или нет? Да, доступна. Покупаем. И вот они, скорее всего, апгрейды. Давайте посмотрим, что это такое. Да, это апгрейды. Все, отлично. Как видите, гемов у меня дофигища. Значит, давайте включаем самое первое. Это Orpay. Проверяем, будет покупаться или нет. Да, как видите, улучшается. Отлично. И давайте еще что-нибудь проверим. Допустим, автоклик Speed. Тоже, как видите, покупается. Отлично. Значит, оставшиеся апгрейды тоже будут покупаться. Также есть апгрейды, вроде бы как другие. Или те же самые. Те же самые, походу. Но тут просто можете нажать один раз, и у вас купится, получается, одна клеточка. Давайте это проверим. Вот Pet Storage попробуем. Нажимаем. Да, и как видите, у вас, получается, прокачивается только один раз. А если вот эти верхние функции, они прокачиваются быстро автоматически, если у вас гемов хватает, то вы можете просто вкачать именно одну клеточку в каких-то апгрейдах и дальше ее не прокачивать. Вот так. Заходим в Music, смотрим, что здесь. Анти-авк, в принципе, полезная функция, можете включить это, чтобы вас не кикало по истечению 20 минут с игры. Скорость давайте проверим. Ну, как видите, работает. Отлично. И FOV это вроде бы как радиус вашей камеры, если не ошибаюсь. Да, это радиус камеры. Как видите, можно вот так сделать. Кстати, довольно прикольно смотрится. Офигеть. Ладно, возвращаем обратно. На 70 было. Все готово. И вроде бы все. Все функции показал, которые были. А, единственное, я не показал авторебёрст. Давайте эту функцию проверим. Так, 10 тысяч стоит реберст. Окей, значит, включаем и проверяем. Да, реберст сделался. Также можно сейчас включить автоматические клики. И как видите, сейчас я очень быстро буду делать реберст из-за того, что у меня есть питомец на 10 миллионов силы, получается. Или урона, не знаю. На что он там. Сколько уже? 11 реберстов? Нормально, в принципе. Но уже, кстати, довольно долго коплю, как видите. Только не знаю, что эти реберсты дают. А хотя вот здесь написано, то что умножение на монеты и плюс шанс на выпадение гемов за клик. То есть вы кликаете, и вам выпадает гемы с 5% шансом. 50 миллионов гемов, отлично. Можно еще что-то вкачать. Давайте, в принципе, вкачаем. На что у нас тут хватает. Скорость, в принципе, не нужна. Вот Orpay, я думаю, можно включить. Так, кто-то трейд кинул. Отклоняем. Ну, в принципе, на этом буду заканчивать. Скрипт, я думаю, нашел для вас очень крутой. Также пользуйтесь моим сайтом. Напомню то, что ссылочка будет в описании. На этом буду заканчивать. С вами, как всегда, был Айсбан. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. Всем удачи и пока.